фотомодель, краща модель 2000 року, перша княгиня України 2000, королева фото, королева ночі, богиня краси, дівчина мрії Христина Піскова. Отже, в гостях у нашої програми Христина Піскова. Знайомтесь, будь ласка. Христиночка, перше запитання. Де ти навчаєшся і чим займаєшся у вільний час? Декілька слів про себе. В даний момент я являюсь ученицею Житомирської гуманітарної гімназії номер 23. Я учусь в 11 класі, довольно успішно його заканчиваю. І хочу додати, що він спеціалізується на... Ну, наша школа спеціалізується на вивченні іноземних мов, таких як англійський і німецький. Ну, також я заочно изучаю испанский язык, потому что мне кажется, что он очень красивый, и он мне очень-очень нравится. Свободное от учебы время я хожу в модельное агентство «Элитси», «Стиль». Очень, можно сказать, его редко посещаю, потому что я занята. Я сейчас занимаюсь репетитором, потому что главной целью моей жизни является тот факт, ну, чтобы получить хорошее образование, вот я думаю. Также я занимаюсь флористикой. 3 года назад у меня была персональная выставка, а сейчас у меня очень много своих композиций. Они все находятся у меня дома. Люблю читать. Также люблю заниматься спортом. Ты завжди гарно выглядаешь на сцене. Кто створює твой имидж? Конечно, мне очень помогает мама. Она меня, можно так сказать, вдохновляет, потому что она мне очень добрый человек. И всегда я могу почувствовать ее поддержку. А также вот эти все мои платья, я могу сказать, что они чудесные. И благодаря своей маме, вот она их сотворила для меня. Кто из відомих моделей тебе привабила? На кого ты хотела быть схожа? Дело в том, что мне кажется, что все люди, они разные, и нету смысла просто равняться на кого-то. Надо просто стремиться к чему-то прекрасному, светлому и чудесному. Для меня, конечно, может быть, кто-то мне не нравится из моделей. Вот, допустим, мне нравится Клаудия Шифер, она такая нежная и изящная. Но, конечно, равняться на кого-то, это, мне кажется, неправильно. Надо иметь свой идеал, то есть... стараться как-то себя преобразить и вознести. Христиночка, ты багато разів була переможцем конкурсів. Це випадковість, як ти гадаєш, чи так повинно було бути? Дело в том, что это очень сложно сказать. Конечно, может быть, и были какие-нибудь эксцессы, но я, дело в том, что этого никогда не замечала. Конечно, мне хотелось бы осознавать то, что я была лучше. Это не випадковість. Да, хотелось бы, да. Як ти гадаєш, що в жінці повинно бути головне? Зовнішність, розум, господарські якості чи щось інше? Дело в том, что мужчины бывают очень разные, и смотря для кого, и кто, кому какая женщина нужна. И, допустим, ну, мне кажется, что у женщины все должно быть гармонично. То есть и ее внешность, и ее красота, и, конечно, ее внутренний мир, потому что если женщина будет красивой, она будет просто пустой куклой. Надо быть такой, чтобы вот мужчина был заинтересован в тебе, хотя бы вот в каком-то определенном вопросе. Должна быть женщине какая-то загадка, так? Да, какая-то изюминка и даже, может быть, какая-то такая вот загадочность, именно вот загадка, как вы сказали. Скажи, будь ласка, яку ты музыку любишь слухать? Музыка, я, можно сказать, падаю в крайности. Мне нравится и классика, и нравится, мне очень нравится рэп. То есть не такой вот только грубый, а нравится такой гангстерский, хороший, классный рэп. Но, тем не менее, я слушаю симфонию Баха. Так, це чудово. І таке запитання. Хто з літературних персонажів тебе приваблює? Мається на увазі жіночі персонажі. Конкретно литературного персонажа я у себе вот не нашла. Дело в том, что вот конкретно его такого, как такового, его не существует. Но когда я прочитала книгу Анаре де Бальзака «Записки незнакомки», я была очень поражена главной героиней этой книги. То есть это была девушка, которая со своей помощью создала, вот она была обычной девушкой, и вот со своими усилиями, своей силой воли она создала из себя и сделала личность. Это очень важно. Найяскравіший спогад твого дитинства. Хоча, в принципі, зараз ти ще дитина, як ти гадаєш? Как сказати? Дело в том, что мое детство было очень счастливым. Мы жили в Германии, и каждый день был просто сказочным для меня.
Ну, дело в том, что все знают берлинский зоопарк, это самый огромный в Европе. И вот когда я первый раз была там, мы зашли в террариум, и я заметила очень удивительного крокодила, который вот запал мне в душу, я его до сих пор не могу забыть. У него была очень интересная мордочка, она была какая-то длинная, была похожа на длинный узкий клюв. А на конце был как бы набалдашник. Ну, наверное, он и являлся носом. Вот он был такой удивительный, интересный, вот я его запомнила. Добре, тоді ким би ти хотіла бути? Я знаю, що моделлю ти не хочеш бути, так? В принципі, я не хочу бути моделлю, тому що всього лише одиниці вириваються на світову сцену. Це просто, мені кажется, це все безсмислена трата часу. А вот, допустим, я бы хотела стать языковедом, потому что я очень люблю языки, и я бы хотела как бы углубиться в знания такого рода. Но, конечно, я буду всегда стараться выглядеть молодой и красивой, чтобы потом уже рассказывать своим детям, что когда-то я была моделью. Ну, добре, и тоді твои побажання дівчатам твого віку. Конечно, я бы хотела им сказать, чтобы все они были уверенными в себе и чтобы никакая неудача не выбивала их из колеи. То есть, чтобы все было, всю жизнь, что ни делается, все делается к лучшему, поэтому никакие проблемы не должны вас сбивать с вашего верного пути. И также я хотела бы сказать такие красивые строки. Любите мир, людей, друзей, да, и себя, ведь это есть всего важнее. Не распыляйтесь вы на тысячи мелочей, ведь вы есть люди, вы же все сильнее. Ну що ж, це було знайомство з найрозумнішою і найкрасивішою дівчиною нашого міста Крістіною Пісковою. Хай їй щастить!